Всем привет! С вами Мадина. Сегодня мы с вами приготовим очень сочные и вкусные уйгурские самсушки. Для этого нам понадобится мука. Кладем туда мягкое сливочное масло. Хорошенько растираем муку с сливочным маслом. У нас получатся песочные крошки. Дальше добавляем соль, разрыхлитель теста, добавляем яйца, сметану. И хорошенько замешиваем очень мягкое тесто. Кладем в целлофан и отправляем в морозилку на 30 минут. В это время займемся начинкой. Для начинки нам понадобится фарш. Добавляем мелко нарезанный лук и картофель. Картофель я тоже нарезала на мелкие кубики. Добавляем специи. У меня соль, черный перец и паприка. Все хорошенько перемешиваем. Начинка готова. Достаем тесто из морозильника, нарезаем на средние кусочки и делаем небольшие шарики, чтобы удобно было раскатывать. Раскатываем каждый шарик очень тонкий пласт с диаметром 2-3 мм. В одну сторону теста кладем начинку, второй стороной теста накрываем и закрепляем края. Пальцами защепляя края теста, делаем вот такие узоры, как на видео. Смотрите, какая красивая форма у нас получилась. Кладем самсушки в пергаментную бумагу, смазываем яичным желтком. Посыпаем кунжутом и отправляем в духовку при 200 градусов на 30-35 минут до готовности. Очень вкусные уйгурские самсушки готовы. Обязательно попробуйте по моему рецепту и делитесь результатом. Всем приятного аппетита!